Говорит Черкесск. В эфире Вести, радио Карачаева, Черкесия. Здравствуйте, в студии с новостным блоком у Марти Киев. Коротко о некоторых событиях. В регионах Северного Кавказа проживает 10 миллионов 171 тысяча человек. Таковы предварительные итоги всероссийской переписи населения прошлого года. В Карачаево-Черкесии стартовала летняя оздоровительная кампания. Отдыхом и оздоровлением планируется охватить более 12 тысяч детей. В республике объявлен конкурс на определение лучших идей для их изображения в курортных зонах региона и ансамбль Ридада Карачаева Черкесии выиграл гран-при международного фестиваля Сан-Сити Фест. Далее подробнее об этих и других событиях. На состоявшейся встрече главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова с главой администрации Узюгутинского района Муратом Лайпановым рассмотрены вопросы социально-экономического развития муниципального образования. В настоящее время завершается строительство детского сада на 80 мест в Узюгуте. К августу закончится капитальный ремонт двух школ. Ведется также капитальный ремонт районного дома культуры и благоустройство двух дворовых территорий в Узюгуте и Московском. Мурат Лайпанов представил проект благоустройства Центрального парка Оздюгуте, который будет назван парком столетия Карачаева-Черкесии, руководитель региона отметил, что проект интересный как с точки зрения современного паркового ландшафта, так и подхода дизайнеров к удобству и комфорту отдыхающих. Данный проект будет представлен на конкурс Малые города России, итоги которого будут подведены в сентябре текущего года. В регионах Северного Кавказа проживает 10 миллионов 171 тысяча человек. Таковы предварительные итоги всероссийской переписи населения прошлого года. По количеству жителей Северокавказский федеральный округ занимает предпоследнее место в России, зато лидирует по приросту населения за 10 лет на 7,9%. По информации Росстата, в городах Северного Кавказа проживают 5 миллионов 153 тысячи человек, около 51%. В сельской местности 5 миллионов 18 тысяч человек, что составляет 49,3%. Сельское население превышает городское, в Чечне на более чем 23%, в Карачаево-Черкесе почти на 17,5%, в Дагестане на 9,6%. 29 мая в Театре мюзикла в Москве были названы имена победителей суперфинала четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России». Ими стали 106 управленцев из 32 регионов России и трех иностранных государств. Представитель Карачаева Черкесии, министр цифрового развития Валерий Медовы, был признан суперфиналистом лидеров России, тем самым став единственным представителем Карачаева Черкесии в четвертом сезоне конкурса. В первую очередь хочется отметить, что на протяжении всего мероприятия коллеги были не просто конкурентами, наверное, больше партнерами и проявляли компетенции сотрудничества. Один и тот же человек мог одновременно оказаться как конкурентом, так и твоим единомышленником буквально через несколько минут. Атмосфера была в высшей степени позитивная а на всех этапах конкурса. Наверное, очень важно сказать, что такого результата а в суперфинал попадал только один из 600 заявившихся на первоначальном этапе участников удалось добиться благодаря поддержке а, жителей Карачаева Черкесской Республики. Я получил очень много сообщений со словами поддержки. Ну и, наверное, вот последние полтора года я работаю в региональных органах исполнительной власти Карачаева Черкесии. Сначала заместителем министра, а теперь министром цифрового развития. И, наверное, без вклада вот каждого сотрудника Министерства спорта, Министерства цифрового развития, всех коллег правительства, мне бы такого результата добиться бы не удалось. Вот абсолютно каждый за эти полтора года, общаясь со мной, взаимодействуя, вместе решая какие-то проекты, помогал мне стать сильнее, делал меня лучше. Карачаево-Черкесии стартует серия сельскохозяйственных ярмарок, посвященных столетию республики. Они пройдут во всех районах. По традиции, по ценам ниже рыночных на 10-15%, свою продукцию представят сельхозтоваропроизводители из различных городов и районов республики, в том числе агрокомбинат «Южный», фирма «Сатурн» и Эркеншахарский сахарный завод. Первая ярмарка состоится в эту пятницу, 3 июня, в селе Курджиново-Урубского района. Начало 8 часов. Ярмарка будет Сопровождаться насыщенной концертной программой с участием творческих коллективов района. Региональным ментуризмом объявлен конкурс на определение лучших идей для их изображения в курортных зонах региона. Многометровые подпорные стены, расположенные на пути следования к курортам Карачеева-Черкесии, будут разрисованы в стиле уличного искусства специально приглашенными художниками. Оформление конструкции вошло в число мероприятий, организуемых ментуризмом к столетию республики. Изображения, которые войдут в общую концепцию рисунка, выберут сами жители, а доработают их уже профессионалы. К созданию общей концепции рисунка в стиле стрит-арт приглашаются дизайнеры и урбанисты, архитекторы, художники, а также все неравнодушные граждане, желающие изменять и улучшать общественное пространство. Авторские идеи, в том числе в виде изображений, можно направлять до 15 июня на официальные аккаунты Министерства туризма и курортов. Для семей с ограниченными возможностями здоровья и детей из семей беженцев из Донецкой и Луганской народных республик организовали большой и яркий праздник. На территории Конноспортивной школы специально для ребят провели развлекательное мероприятие, приуроченное к Международному дню защиты детей. Ребят поздравили члены правительства Республики, депутаты регионального парламента и думы Черкеска, представители МВД и республиканского отделения партии Единая Россия. Девчонок и мальчишек на площадках школы встречали аниматоры. К их услугам был аквагрим. Летнее настроение создавало шоу мыльных пузырей, а также игры и конкурса. Конечно же, в программе была верховая езда под присмотром инструкторов. А после всех этих развлечений можно было угоститься сладостями и напитками за праздничным столом, организованным активистами волонтерского центра «Единой России» и молодогвардейцами. В Карачаево-Черкесии стартовала летняя оздоровительная кампания. Более 12 тысяч детей смогут отдохнуть в этом году в пришкольных и оздоровительных лагерях на территории республики. Благодаря отмене антиковидных ограничений в этом году в лагерях планируется стопроцентная загруженность. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки республики Лейла Атаева. Мы планируем отдыхом и оздоровлением детей занять ну, более 12 тысяч. Это школьный возраст детей. У нас есть лагеря загородного пребывания и есть лагеря школьные дневного пребывания. И мы задействуем детей не только в сменах в лагерях загородных и школьных, но еще и чтобы охват детей, которые могли бы отдохнуть, оказался максимально большим. Мы еще практикуем такую форму как малозатратные формы отдыха. Это так называемый клуб выходного дня. В этом году мы охватили около трех тысяч детей нашей республики. Это загородные поездки с ночевкой в Дамбай. И мы возили также детей с экскурсионной программой в город Пятигорск, по Лермонтовским местам, музей истории и так далее. Этим летом планируется открыть 6 загородных лагерей и один палаточный и 96 школьных лагерей дневного пребывания. Всего 103 лагеря. Онлайн-приемная пенсионного фонда страны ответит на все вопросы по новой выплате на детей от 8 до 17 лет. Об этом рассказала руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Карачаево-Черкесии Анна Шаганова. Если у вас есть вопросы по новой выплате для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет или вы получили решение, но не согласны с ним, напишите в онлайн приемную ПФР. Ссылка на онлайн приемную размещена на официальном сайте Пенсионного фонда России. Все поступающие вопросы по новой выплате рассматриваются в течение пяти рабочих дней. Если вы не согласны с решением, сообщите об этом в пенсионный фонд. Специалисты еще раз рассмотрят ранее направленное заявление с учетом ваших аргументов и перепроверят данные, поступившие от других ведомств. Обратиться по вопросам о выплате можно также на горячей линии региональных отделений пенсионного фонда или через единый контакт-центр по номеру 8 800 600 400 которые работают в режиме 24 на 7, то есть ежедневно, в том числе в праздничные и выходные дни, и круглосуточно. Звонок по России бесплатный. В Хабейском районе выполнили план по вакцинации от коронавируса на 100%. От COVID-19 здесь привились 18 628 человек. На базе центра «Мой бизнес» организована горячая линия, куда может обратиться любой предприниматель и получить консультации, разъяснения и оформить необходимую заявку для фактического получения действующих мер поддержки. Подробности сообщил начальник центра поддержки предпринимательства Беслан Карданов. Министерством экономического развития Карачаева Черкесской Республики совместно с Центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес КЧР» запустили горячую линию для предпринимателей, столкнувшихся с проблемами в новых условиях ведения бизнеса. Предприниматели могут задать вопросы о принятых и принимаемых мерах государственной поддержки, призванных помочь бизнесу при возникших обстоятельствах, а также сообщить о проверках контрольно-надзорных органов. Задача горячей линии – это предоставление информации и помощь в разъяснении предпринимателям их прав. Также для предпринимателей Карачао-Черкесии открыты двери центра «Мой бизнес», по адресу города Черкесск, улица Ленина, дом 53, где специалисты окажут содействие по всем мерам поддержки. Контакты горячей линии 8 800 201 32 99. Звонок бесплатный. Режим работы центра будни с 9 до 18.00. Оперативники уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесской республике пресекли деятельность группы, занимавшейся кражами домашнего скота. В нее входили местные жители 39, 43 и 48 лет. Преступления совершались на территории Черкеска, Карачаевского, Зеленчукского и Уздюгутинского районов. Злоумышленники совершали хищение животных с пастбищ и отгонов, находящихся на значительном расстоянии от населенных пунктов, преимущественно в ночное время. Установлено причастность в частности, подозреваемых к восьми кражам 29 голов скота, в том числе лошадей различных пород, коров, телят и барашек. Сумма ущерба превысила 1 миллион рублей. Информацию комментирует старший следователь Следственного управления МВД по Карачаево-Черкесии Магомед Гачияев. Следствием установлено, что часть похищенного скота обвиняемые забивали и избивали в течение первых двух дней с момента совершения преступления. С продажей мяса злоумышленники выручили денежные средства в сумме 130 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно профилактических мероприятий в двух фактах местонахождения похищенного скота было установлено и возвращено потерпевшим. В качестве мер подставленного принуждения в отношении двух фигурантов избрано заключение по стражу, третьему подписка о невыезде в надлежащем поведении. С следственным управлением МВД по Крещево Черкесской Республики возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Сотрудникам МВД по Крачево Черкесской Республики проводится работа по восстановлению иных лиц, причастных к участию в преступной группе, а также совершению обвиняемых аналогичных фактов. Ансамбль «Редада» Карачаева-Черкесии получил гран-при международного фестиваля «Сан-Сити-Фест», который проходил в Сочи и собрал коллективы со всей страны. Жюри отметила танец «Молодежный» в исполнении ансамбля как лучший в конкурсе. Кроме того, коллектив стал лауреатом двух первых мест за танец «Махаджиров» и «Абхазки». Теперь «Редада» представит Карачаеву-Черкесию в финале конкурса «Лидер России» в Москве в декабре текущего года. Радио России. Карачаева-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27-32 градуса. В горах местами до плюс 23. В горах республики свыше 3000 метров лавина опасна. В Черкесске без существенных осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 32 градусов. Это все новости к этому часу с ними познакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.